Вот, ребят, дед у нас какой заряженный, смотрите. Я вот снимаю, говорю, дед у нас какой заряженный, смотрите. Вот так вот надо ездить на рыбалку. УАЗик, вот собачка. Все по фуншую. Блин, так в эти сани, да. А вы с ночевкой, да, были? Нет. Так чисто? Да. Как улов? Никак. Никак. Понял. Раз я в этом году поймал хорошо, и все. Кирзы мне же. Так, дед уезжает, ребят. Фартануло нам. Козырное место. Как бы тут вставать нельзя, так как люди на мотособаках поднимаются. Будем мешать. А вот место деда вообще бомбическое. Вот этот дедушка был заряжен, на самом деле. Все делаю в темпе вальс, так как, ребят, надо... Да темно, дойти еще выставиться. Дел полно. Лагерь разбит. В общем, все по быструхе. Ребят, сани загружены. Вот так вот это все выглядит со стороны. Все, что надо, чтобы сутки ни в чем себя не отказывать в палатке. Так, ну этот наскоряк закрепил. Да вроде держится, лед ровный. Что, потопали? Идти 2 часа. Ну идти нам, если видите, вот до этого островка, потом ломаем направо и 4 километра еще, 3-4. Процесс идет потихоньку. Тяжело, конечно, лед скользкий, вес не маленький. Как и с одной стороны плюс большой, что по льду идет все хорошо, а с другой ноги скользят и... Всего тяги уменьшается. Лошадочки убавляются, ребят. Настроение бомбическое. Рыбаки сидят, рыбают. Ну а мы потихоньку продвигаемся к месту. Вот идет на помощь. Вовчик, помогай, все, сдох. Кончился. Зарядка, сель. Здорово. Как дела, браток? Отлично. Рыбалка прет. Давай. На, вот 10 метров. Потаскай. Расскажешь ощущения какие. Я не представляю. Ну тут еще гладко. Что не сделаешь ради зрителей, да. Сейчас подойдем к месту уже, покажу, ребят. Результат вовчик какой сделал на сегодня. Но там достойные экземпляры есть. Ребята, я в шоке. Смотрите, что тут творится. По количеству немного, но, блин, достойный. Покажи вот эту. 9, немного. Огромную. Ну, 9 штук, блин, это... Блин, ребят, вот это трофей. Сейчас мы весы, если найду, взвесим. Ну, тут, да, восьмерочка. 7-8 килограмм, уверенно. Красавчик. А покажи, где битая рыба. Вот одна. Вот, смотрите, ребят, какие тут... экземпляры плавают, раз такая, такого размера щука битая. Это не так, еще больше есть, вот. Вот, смотрите на эту щуку теперь. Смотрите. Вы представляете, что тут плавает вообще в этих водах? Это еще ерунда по сравнению с тем, что можно тут поймать. А это вот следы от сетки. А вот след от сетки, да. Вот след от сетки. Обалдеть. Видать, давно уже. Она с ним плавает. Ну, ты избавил рыбку от мучения, видишь, Вовчик?
жерлицами, ребят, я пользуюсь вот такими вот. Вот. Мне устраивают полностью. Не знаю. Это не реклама. Это личные рекомендации, друзья. Все просто. Может, кто-то еще другим вариантом пользуется, ему тот вариант нравится. Тут как бы спору нет на вкус и цвет, как говорится. Все готово. Зачиняем рыбку. Хорошую крупную поставлю. Все, полетели. Рыбка, полетели. Одна жерличка есть, ребята, остальные сейчас тоже выставлю. Плюс еще Вовчик оставить жерлицы, как бы смысла нету заново что-то снаряжать. Жерлицы стоят, как бы процесс в принципе от этого не меняется, только он стал намного легче. Сейчас я вам попробую со второй камеры заснять вон тех вот двух красавчиков, или красавчики и красавицу. Орлы, орлы. Причем тут? Которые... Крупные. Как они уже Америке, рыбу твою видели, да. С белой головой. Все, я уже настроил. Есть? Вот килограммы, ребят, видите, все по нулям. Ну давай. Сейчас мы глянем, что почем. Давай, 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 давай. Тяни выше. Не, хвост еще. 5300. Так, ребят. Вес вот такой вот. Не знаю, видно вам, нет? 5,335. Обалдеть. Хорошая, да. Хорошая. Килограмм. Что, ребят, Вовчик в сторону дома. Пост сдал. Пост сдал, пост принял. Жерлица оставил. Мне легче, конечно же, столько бурить не надо. Сколько лед? Сантиметров? 30, да? 30 точно, плюс снег на нем. Плюс снег. Ну, 35 где-то, бурить 40. Двойной лед, тем более мокрый. Все, Вовчик домой, все, а мы счастливо. До завтра рыбачить будем, ребят. Поехали готовиться к рыбалке потихоньку. Сейчас быт обустроим. Все как всегда, все как обычно. Ничего такого феноменального нету. Но уже палатку поставил, уже покомфортнее, ребят, стало. Уже кайф. Растянул снегом сегодня, юбку сыпать не буду. Пускай ветер дует под юбочку, играет. Вот весь газ угарный, мугарный, все пускай выходит. В прошлый раз, а то немного с утреца мне было не по себе. Сейчас юбку заправим под низ. Вот так вот, потихонечку. И нормалек. Я думаю, будет все супер. Так, и, ребят, Вовчик оставил нам рыбки. Сегодня будем готовить рыбку эту. Спасибо, Вов. На всякий пожарный. Вдруг ничего не поймаем, чтобы голодными не остаться. Сегодня специально с собой особо ничего не брал, чтобы чисто на таком вот традиционной пище посидеть. Сам поймал, сам слопал. Фух, красота. Немного тут поменялось все, конечно же. В принципе, камыша меньше. Вот, камыша меньше. А так все. Все так же. В принципе. Без изменений. Ждем поклевок. Турилочки стоят все. Я пару штук своих выставил. Остальные все Вовчик решил оставить. Говорит, оставлю рыбачь. Какая разница-то? Вот. Будем ждать. Пока хожу с теплообменником. Ну, вскоре, ребят, я перейду на дровяную печь, так как это более... Ну, приятнее, не знаю, на природе, да, и с газом это как-то не то пальто, мне кажется.
Заправка одного баллона, ребят, выходит 350 рублей, 10 литров. Хватает за глаза на две рыбалочки. Можно на две ночи даже. Ну, на двое суток поехать за глаза. Еще и останется. Так, камеры с техникой поаккуратнее. Уберем все, чтобы было на что снимать, вас радовать еще. А, еще пауэрбанк оставил. Вовчик, в общем. О, пошла жара. Да. Движуха пошла. Что, ребята, рыбу почистили, готово к употреблению. Сейчас пойду жерлички все перетрясу разок, чтобы малек зашевелился. И дальше пойдем заниматься своими делами и ждать поклевок. Рыбку поплыву, пожарю. Самое главное, почистил, все готово. Так, так, слегонцухи приподниму, опущу. Зашевелим малька чистая. Вот какой жучок плавает. Напишите в комментариях, кто это. Что сработает, ребят? Мотает, не знаю даже как снять. Блин, камера в руке. Первая рыбка есть, первая щучка есть. Прям вот я выставляю тут жерлицу. Вот рядом выставляю жерлицу, ребят. И сработка. Фух, эпично на самом деле. Фух. Так, пойду я за инструментом. Блин, вот это кайф. Видите, прошелся, перетряс жерлицы. Сразу сработка, ребят. Имейте в виду, и темляк будем держать на готове, потому что может еще что-то клюнуть. Вот эта точка хорошая. Фух, открывай харю, давай крючок. Так, есть такое дело. Ну и взвесим сейчас, ребят. Фух. Так, ну что, попробуем взвесить. Надеюсь, батарейки позволят. Все, по нулям. Ребятки, по нулям. Ровно 2200, ребят. Что, ребят, очередной загар. Сейчас посмотрим, есть там что-нибудь или нету. Полная размотка. Давно, наверное, загорел.
хорошее что-то, ребят. Что-то только не уйди. Хорошее. Тихо. Блин, земляк не взял. А! Ну как хорошее? Килошка. Килошечка есть. Тут глубина небольшая. Запускаем чисто под лед. И в принципе и все. Вся щука, ребят, в пиявках. Вот они. Рыба вся стоит, в принципе, особо неподвижно. Наживка прям под носом. Рыбка крутится. Погода портится. Начинает заметать. Вот что плохо. Ну, вторая поклевка уже неплохо, в принципе. За вечер-то. Я думаю, это не последние рыбки. Вот они. О, две неплохие рыбки есть, ребята, у нас. Вот, как видите, начинает заметать. Да, ребят, с собой беру сменную носочки обязательно, потому что ходишь вот в этих вот сапожках, всегда ноги потеют, ребят, и сыреют. А потом вот надо всегда ноги держать в сухих вещах. Вот. Сейчас носочки эти посушим, будет нам и сменка тоже. Я одежду вот снял, сейчас посушу всю. Будет чин-чинарем все. Вот так вот. Ребят. Тапочки никак не куплю в палатку. Вечно забываю, блин. Сюда бы обычные сланцы. Вот дело было бы. Фух, жара. Начало мести на улице. Погода поменялась опять. Ну, две рыбки пока поймал. Надеюсь, не последние. Посмотрим, как будет дальше все происходить. Так, ну что, ребят, вот и женек подоспел. Слышу уже Саньки. Идет. С Флойдом, кстати. Наш любимчик. А, вы спокойно, налегке. Да? Флойд, залазь. Давай, родной, прыгай. Давай, мой хороший, 100 лет тебя не видел. Давай. Ты что там уже трясешься весь? Ух ты, замерз. Ой, ты паразит! Иди сюда, иди. Ой, ты мой хороший. Ребята, Флойда 100 лет не видел. Когда последний раз виделись? Новый год, да, был? На зайца. А, да, на зайца, ё-моё. Иди погуляйте, да. Иди. Далеко не ходи. Ладно, ребят, сейчас потихонечку. Подкрепимся и в бой. Пойдем выставлять жерлицы Женька. И под утро, я думаю, мои перетрясем все. Сейчас проверим все, да. Да. И утром. Я думаю, утром будет бойня. Повоюем. Ну, должно быть. Должно быть. Загар, ребята. Ночной. Уже четвертый, да. Давай. Есть. Ух, ёп. Все, не спеши. Спешу. Спокойно. Вот, иди. Есть. Нормуль. Все, нормуль. Полторашечка вышла. Даже больше. Бог, что загорелось. Фух. Есть контакт. Давай. Вот, ребят, смотрите, пока ночью. Дядя какая Армен попалась. Дядя Армен спал. Смотрите, хорошая, 3,5 килограмма. Вот такой. Ну, все такие хорошие щуки попадают. Давай,
Хорошая, да. Подожди, не залазит лунг. Подожди. Ага, не залазит. Вот, пошла, 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 пошла. Пошла, пошла. Эх ты! Держи его! Есть, ребят! Видишь, не зря ждали. Вот он, ночь такая вот. Вот он, крокодил какой попался нам, ребят. Хороший. 3,5 килограмма. Флойд, ну все, хорош. Дайте я зрителям покажу. Вот он, ребят, весь слизкий, не хочу просто брать в руки сейчас. Есть конток. Блин. Зачет, Евген. Зачет. Все, ребят, рыбку порезали. Все почищено. О, башка какая. Сейчас замаринуем. Полчасика промаринуется. Соль, короче, в магазине взял то, что было. Какая-то вкусная соль. Пахнет хорошо. Вот так вот. Просолим всю рыбку. И берем один лимончик пополам. Надавливаем, выжимаем сок на всю эту рыбку. Муку взял ты? А? Муку взял? Да. Вот так вот. Это потом мусор уберем. Все, пускай маринуется минуток 20-30 и будет бомбическое жаркое из щучки. Так, что, ребятки, рыбка промариновалась, начнем потихоньку жарить, парить. Флойд, смотри аккуратнее. Камера, дубль один, камера, мотор. Камера, да, марка. Все, все, пошла. Камера, мотор пишет. Флойд, смотри только аккуратно. Маслячко. Есть. Сейчас прогреется это все дело. Взял я, ребят, панировочных сухарей. Уже в панировочных сухарях жарить вот так. Кто в манке делает, кому как нравится. Мне нравится в панировочке. Вот, хорошенечко панируем. И отправляем сковородку нашу. О, пошла жара. Ножик твой где? Ага, мой, вот-вот. Все приведи, походу, сюда будет. Да, сейчас да. На запах придут. Вот такие вот кроссы бегаем, ребят. Очередной загар. Я пока за кухней слежу, да, мотает, по-моему, мотает.
Есть! Вот. Чё ты? Зачем? Оставь её здесь. Так, давай, короче, всё ставить. Вот так вот. Пошли по клёвочке. Готово. Потихоньку надо снимать уже. Все, место. Опа. Блин, сядь же, блядь. Сядь. Вот, все, садись. Какая красота, Евген! Я говорил тебе, что это будет бомба. Атмосферно, да? Свежак. Так. Так, так, так. Отправляем голову. И хвост пускай жарятся еще немного. Что, ребят, всем приятного аппетита. Будем кушать. Сейчас, если понравится, может еще в обед бомбанем. Котлет закрутил. Так-с. Ну все. Полетели. Пробовать. Не засолил. А? Не нормально, посмотрим. Соли маловато. Опа. Кайф. Начался главный рыбак. Лежит, балдеет. Это Флойд. Устал, мой хороший. Устал ты с нами, да? Ой, ой, ну все, кайф. Кайфует, лежит. Пока затишье какое-то. Время уже 1:30. Ни одной поклевки. Но я думаю, еще пару загарчиков, ребята, увидим мы. И потихоньку потом будем собираться домой. Сейчас Флойд отдохнет, сил наберется, он уже засыпает. Что, ребят, потихоньку собираемся. Мусор весь за собой убрали, ничего не оставляем. Результат вот такой вот. А двоих. Вот щучка. Вот для сравнения. Нога моя. Результат вот такой вот. Щучка и вот щучка. Вот этих мальков не смогли которых выпустить, жабры были повреждены, ребят. Остальных мальков выпустили. Ну что, ребят, последняя подготовка перед марш-броском. Да, Флойд? Все убрали, как видите, все чистенько. Сейчас женек перчатки свои заберет тоже. И домой вещи собрали. Рыбалкой довольны, да? Да. На этом все. Всем пока, ребят. До новых встреч. Пару слов. Вагончик тронулся. Вагончик тронулся. Все, всем пока. Сейчас Флойда чуть-чуть. Энергии поубавить. Да, энергии надо поубавить, а то он что-то слишком много бегает. Давай, давай. Охоты нету, пускай чуть-чуть потрудится. Жень! Жень!
Жень, иди сзади, а там что-нибудь выпадет еще.